Как выяснилось, в многокультурном Таллине успешно сочетаются самые разные праздники, связанные с культурными традициями его жителей, имеющих самые различные этнические корни. Финальный гала-концерт 14-го праздника песни и танца «Славянский венок» собрал несколько тысяч зрителей. В Ледовом холле Тондерова выступили вокальные, танцевальные, инструментальные и театральные коллективы, хоры народной песни, фольклорные ансамбли, оркестры народных инструментов из Таллина, Нарвы, Нарва-Йойсу, Хабсула, Кохтаярова, Синди, Йихви, Ору, Ольгина, Санкт-Петербурга и Пскова. Традиция подобных праздников уходит в довоенное время. Ну а следом открылись Дни Старого Города. Сегодня прошел День музыки. Наполнена событиями предстоящая суббота. Так вечером на Ратушной площади пройдет традиционный бал цветов, в рамках которого состоится конкурс на лучшее цветочное платье. Это сложная система. 4 категории оценок. Это, естественно, профессиональное изготовление платья, потому что помимо того, что оно красивое и прекрасное, оно должно быть еще сделано по всем правилам. Это колористика, это цвет, естественно, идея и самая главная оценка – это сценический эффект, который члены жюри уже выставляют непосредственно на сцене, просмотрев все эти совершенно замечательные, блистательные 11 спектаклей. В день старого времени выступления на Ратушной площади начнутся уже в полдень, а завершатся поздно вечером заключительным концертом. Будут открыты рынок ремесленников и рынок национальных культур. Работать мастерские, в которых можно будет получить советы по работе со стеклом, глиной, росписи по фарфору и даже совместно вышить большой ковер. Целесообразно уже сегодня заглянуть на интернет-страницу Таллина и загодя составить персональную программу. У нас за неделю прошло очень много мероприятий. Были дни музеев, церквей и здоровья. Каждому из них были подготовлены свои события, постановки и концерты. Всего было запланировано 500 мероприятий. Самым запоминающимся станет завтрашнее сражение времен Северной войны. Сойдутся войска Карла XII и Петра I. Более 100 человек, участвующих в исторической реконструкции, постараются воссоздать атмосферу эпохи. Будем надеяться, что погода не подведет. Участники исторической битвы начнут разбивать свой лагерь уже в полдень. Можно будет не только потрогать пушки и мундиры, но и понаблюдать за повседневной жизнью солдат и их спутников. Торговля и развлечения всегда сопровождают подобный лагерь, даже в преддверии предстоящей битвы. Далее шествие участников двинется по улицам старого города, и в половине шестого вечера начнется сражение между шведскими и российскими войсками. Известно, что оно заключится подписанием мирного договора. Но завтра закончатся лишь Дни старого города, а все лето в Эстонии будет наполнено многочисленными культурными событиями. На этих же выходных в Вильнюсе пройдут международные ганзейские дни, а компания «Алрон» даже продлит маршрут своих поездов. Как говорится, следите за рекламой. Владимир Михалков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.